да? То есть ваши сидерсы, да? Которые вы говорите. Кто тебя поддерживает? Меня? Да. Мама поддерживает. А друзья поддерживают? Мама, просто мне, друзья? Честно говоря, звонил наш общий друг Денис Мельники и говорит, пожалуйста, сними Диму Шалома в трансляции, очень хочу посмотреть, как он выступит. Значит, тебя еще поддерживают. Конечно, он все снимает. Боже, черт, что ты снимал? А что вообще тебе там сказали, когда ты выступил? Ты, по-моему, два раза начинал петь сначала, если я... Да, нет, просто очень переновался, я нашел день, и такой сразу вообще тупо вот так вот сейчас. Мне так, очень всегда казалось, что ты не волнуешься. Нет, это, ну, не знаю, это вообще зависит от этого, моя жизнь, понимаешь? И да, это очень важно для меня, это очень большая ступень для меня, понимаешь? И я очень сильно волновался. Что ты вообще можешь пожелать участникам этого классного? Я желаю вам, короче, удачи, желаю вам вдохновения и любви. Будьте счастливы. Можно я еще добавлю? Смотри, получается, очень много ребят сегодня было. Конечно же, не все пройдут в Boys Band. Кого ты видел именно конкурентов? Ну, смотрите, что там еще. То есть ты их видишь и как конкурентов, и как партнеров участников? Просто партнеры участников. Ну, я заметила, что ты такой подходил ко всем, типа, ой, привет, ребят, на общался во время тренировки. Доверие вбивался, потом искал минусы и убил. Хитренько, хитренько. Да, да. Здрасте. В общем, желаю тебе удачи. Спасибо большое. Be my type, let's go. Давай. Спасибо. Так продолжай трансляцию. Юль, пожалуйста, верни перед камерой. Сейчас, можно я наберу маму, пожалуйста? Алло, слушай, ты же дома, да? А ты не стирал? Ну что ты ушел? Ты меня выгнали. Кто? Да, конечно. Я пошлю. Не знаю, что еще. Шалом, ты знаешь? Я не разговариваю. Шалом, ты знаешь, что у нас в тексте написано, что нельзя говорить про политику? А, подожди, а ты сможешь отправить деньги? Серьезно? Да, в конце было написано капслоком, что нельзя об этом употреблять. А можешь попробовать? Нам всем нужно вопрос. Знаю, вон режиссер сидит. Лекс, можно говорить просто? Просто наркотики, режешь сигареты и алкоголиста. Просто наркотики. Ну, короче, травка зеленая. Ладно, да, я готова. Лекс, мы готовы. Все, тишина в студии нашей. Поехали. Привет. Привет, привет. Привет. Расскажи, как тебе здесь? Представься. Меня зовут Веня, мне 12 лет, и я пришел сюда, чтобы побеждать. Как тебе здесь? Я тут живу. Мурзик. Я, кстати, видела твое видео на войскасте, мне понравилось, красава. Поэтому все тут достойные ребята, которые прошли. Как тебе хореография? Мне понравилось, потому что я типа как хип-хоп. Типа хоп-хоп? Типа как я просто занимаюсь хип-хопом, и мне было это. Мне нравится. Что тебе сказали? Как ты выглядел? Как спел? Я прокачала из зала, они все это подпевали уже. И встречи. А что ты пел? Не нравится. Не танцуй. Клево, клево. Нам приятно. Спасибо. Вообще, что ждешь от этого бойбенда? Что можешь внести в него своего? Свою артистичность, свой голос. Ты какой-то грустный, или мне кажется? Ты нервничаешь? Да нет. Так уже все прошло, можешь не нервничать. У меня сидят две звезды. Ой. Где? Вы? Где звезды сидят? Ван звезда. Да-да-да. Какие твои слабые стороны? Не знаю. А как давно хорошо ты занимаешься вокалом, танцами? Хорошо так петь каждый день, когда только поступил в войскасник. Понятно. Ну, ты знаешь, что очень много людей, гитеров, наших фанатов, гитс наблюдают за войскастником, волнуются. У тебя есть много фанатов, попередавай им всем привет. Привет! В общем, мы желаем тебе удачи, чтобы все твои мечты сбывались. Давай, мы верим в тебя. Удачи. Спасибо. Пока. Это был последний? Мурзик! Вы справились с этим. Закончили как-то. Можно мы будем лежать? В общем.
спасибо всем ребятам за ваши ответы. Вы очень прикольные. Да. Все вы с вами интересные. Да. Короче, удачи вам. Удачи. Будем ждать результатов Boys Band. А вы выбирайте пока свои фавориты. Да. А мы спать. Да. Через 3 часа Boys Band. В смысле? Нет? Больше? Все, пошли. Я не знаю, мы можем даже сюда пойти. Ребята, мы закончили наше интервью. Сейчас мы спустимся. Сера. Ох ты. Йо! Да, очень устали. Закончим. Нашли тех, конечно. Кого искали? Тех самых. Конечно. Кого-то нашли, кого-то еще в поиске. Я думаю, что выбрали меня. Высокоуважаемое жюри найдет скоро. Будем ждать результатов. Спасибо всем, кто смотрел нашу трансляцию Boys Casting. До новых встреч!